Всем привет! Это коллектив Брависсимо. Мы представляем Дальневосточный федеральный университет и выступаем в таком направлении, как спортивно-бальный танец. В 2016 году мы добились многих успехов, мы выиграли реверанс, получили гран-при и успешно поехали в город Казань. В следующем 2016 году мы снова хотим выиграть гран-при на реверансе и поехать в город Тула, где мы собираемся взять гран-при, в этот раз взять реванш и показать всем, чего мы стоим. Всем привет! Перед вами стоит команда Ковентокарь Пашкова. Арина, скажите, какие у вас были самые яркие достижения в 2016 году? Ой, ну одно из самых ярких достижений – это то, что наша команда поехала на международный сочинский фестиваль. Дальше, по сезону. По сезону мы в составе сборной ДВФУ прошли в Тихоокеанскую лигу. Вот, и там отыграли аж две игры. Вот, а по... Значит, в собственной команде мы пошли в Приморскую региональную лигу, в которой играли весь сезон, дошли до финала. И перед этим выиграли фестиваль и все награды. И Арина еще стала лучшей актрисой сезона Приморской региональной лиги КВН. Вот. А, планы на 2016 год, естественно, мы хотим выиграть миллион в Приморской региональной лиге КВН. И поехать также на сочинский фестиваль. На машине. Мы хотим выиграть 1 миллион, купить машину и поехать на сочинский фестиваль на машине. Вот, да. Какие у нас планы? Основным достижением коллектива в этом году можно считать 2 золотые медали и серебряную медаль на всемирных хоровых играх в Сочи. Также в этом году у нас прошли очень крупные мероприятия, такие как концерт хора с Тихоокеанским симфоническим оркестром. Женский коллектив снимался в фильме «На районе». В новом году наш коллектив не собирается останавливаться на достигнутом. Нас пригласили на международный конкурс, который пройдет летом 2016 года в Санкт-Петербурге, где мы покажем, опять же, уровень своего мастерства, и мы туда поедем за победой. Проходите. Да, это все записывается, вы тоже. А билет ваш у Валерии Валерьевны? Какой билет? Военный. Это просто грандиозное мероприятие.